Молодежь креативная и прогрессивная, уже сегодня подтвердившая многократными достижениями свой успех в творческой, спортивной, общественно полезной и научной областях, стала стипендиантом главы ЗАТО «Александровск». Талантливые дети талантливы во всем. Это уже не раз сама себе доказала Лиза Куликова. Девушка с 4 лет буквально растет на сцене. Выступает в хореографическом коллективе города подводников. Однако награду Елизавете от имени главы ЗАТО «Александровск» вручали вовсе не в творческой номинации. Впрочем, стипендию она все равно потратит на любимое дело. Уже запланировала покупку реквизита и костюмов для танцев. Очень много вещей нужны для занятий в области хореографии. Ну и просто приятно не только получать благодарность и ощущать заслугу с помощью слов близких и руководителя, но и получать какие-то финансы. От всей души поздравляю ребят с этим большим событием. Желаю им новых высот, новых достижений, новых проектов интересных. Всех благ. Материальное поощрение – это лишь форма, уверены ребята. Приятный бонус к теплым словам и благодарностям. Дети тогда понимают, что они работают не только для себя, но и для окружающих. Они вкладывают свои силы и энергию в какой-то вид деятельности, поэтому стоит их поощрять. Особое достижение – это быть номинантом в области общественно полезной деятельности. Это та ниша, в которой ребенок может достичь результатов благодаря проявленным милосердию, добродушию и человеколюбию. Радует, что претендентов на получение награды за большое сердце с каждым годом становится больше. Это дело всей моей души. Я считаю, что я сделала достаточно большое количество успехов в волонтерстве. Это, вправду, стало частью моей жизни, поскольку это невероятно интересно. И считаю, что за это мне и вручают стипендию. Веду активный образ жизни, постоянно помогая людям, которые нуждаются в помощи. Среди 55 стипендиатов ежегодной премии главы ЗАТО «Александровск» – ребята, проявившие себя в олимпиадах, активно участвующие в жизни школы и города, являющиеся представителями молодежных движений, занимающиеся творческой деятельностью и волонтерством. Особо отличившиеся получают премию «Успех».